здесь закончился. Ладно. Ладно, без ускорителя будем ехать, что ж делать, что ли. Да, Дуда, Дуда, да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Машинки против зомби. И у нас есть такой мощный фаертрак, автомобиль, пожарная помощь, да-да-да. Пожарная машина. Мы прокачали ее практически полностью. Сегодня мы ее прокачаем вообще до максимума. У нас установлена полностью защита нашего автомобиля, броня стоит максимальная, у нас закрыто все полностью. Колеса мы прокачали тоже полностью, стоят мощные колеса от грузовика. Также ускоритель у нас прокачанный и прокачанный у нас автомат, все прокачано полностью. Вот автомат отлетел, да. К сожалению, отлетел он раньше, чем закончились патроны. У нас еще было 2 патрона. Ну, ладно. Ничего не поделаешь. О, ускоритель мы даже потеряли. Смотрите, ребята. Отлетел ускоритель. А наш автомобиль едет без ускорителя и без этого самого какого-то. Пушки. Ну, а бензин... Бензин, естественно... О, отлетела даже дверь. Бензин закончился. Но мы влетаем в какой-то тоннель и летим уже сами по инерции. Все, остановились. Едем в гараж. Что мы можем купить? А купим мы такую вот развесовочку. Вот теперь мы будем более мощно продвигаться и всех толкать. Так сказать, он более мощно. Посмотри, видишь, как он прогрызается через коробки все эти. Вот он летит. Вот, сейчас мы его еще ускорять будем. Ускорителем. О, видишь, как хорошо. Такой вот у нас монстрик. Вообще монстр. Огромный такой автомобиль. Фаертрак. Ну, нам вообще зомбаки ничего не страшно. Ни зомбаки. Ни коробки вот эти. О, видал? Еще 7 патронов. Разлетаются только так. Зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. О, ускоритель закончился. И потеряли мы... Ну, хоть все патроны мы использовали. Вот, поднимаемся уже лучше намного. Практически не чувствуем это поднятие. Вверх по горе. О, смотри, как он прыгает. Смотри, на пружинит прям. Ух, какие колеса-то, а, смотри. О, зомбак, смотри, ты видел? Я прям на него прыгнул. Вот такой вот у нас автомобильчик. О, поехали. Еще бензинчик даже есть. Немножко из бензинчика. Вот. Оп, давай сюда вниз. Так, ускоритель утерян и бензин закончился. Ладно. Зомбарь висит и ждет, пока мы проедем. Что мы можем приобрести? Давай приобретем коробку передач. Ну и все, поехали. Коробка передач. Что дает нам коробка передач? Коробка передач нам дает более экономичный режим. Топливо мы будем меньше использовать, более экономично. А также стандартная скорость у нас будет увеличена немножко. То есть мы можем разгоняться и ехать на более высокой скорости, чем раньше. О! Летаем прям, видишь? Давай. Вот так, молодец. Все, закончился у нас ускоритель. Едем дальше. Мне нравится этот автомобиль, мне кажется, больше всех. Он такой интересный, вот такой, знаешь, нарисованный, такой прикольный. И он, во-первых, длинный, такой большой, грузовик. Интересный. Вот. Колеса большие, видишь, какие. Он такой интересный, смешной.
Опа, ох ты, заехали мы быстро сюда. Так, идем дальше. Это все благодаря, видишь, еще коробке передач. Сейчас вниз идем. Опа, и летим, 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 быстрее, быстрее, хорошо. Так, здесь что? А здесь вниз надо. А, закончился бензин. И, блин, разлетелся наш автомобильчик на части. Ладненько, идем в гараж. И здесь мы ничего не можем купить. Едем дальше, зарабатываем деньги. Вот, сюда вверх прям хорошо залетели. О, хорошо, скорость у нас большая. Опа, ой-ой-ой, врезался. Хотя, чуть-чуть потерял скорость. Давай сейчас ускоримся немножечко. Давай, машинка. Во, полетели. О, здесь хорошо проехали. Хорошо. А тот, блин, спортсмен все бежит и хочет. Все хочет он нас поймать. Во, давай. Едем. Патрончиков, 3 патрона еще. Все, патроны закончились. Опа. Так, у нас есть немножечко ускорителя. Сейчас будем пользоваться. Вот, вот здесь я хочу. Во! Смотри, как быстренько мы. Быстренько проехали. Все, ускоритель закончился, к сожалению. Ух ты, наверх. Я хочу наверх посмотреть, что там. Ух ты. Ой-ой-ой, чуть-чуть. Давай, наверх. Отлично. Мы здесь еще ни разу не ездили. О. Теперь ускоряемся, идем вниз. О, нифига себе, мужик прям, смотри, сидит. Открытый мужик. Прикольно. Сидит открытый. Так, все, здесь заканчивается у нас бензик. Смотрим. Да, мы можем купить бензин. Но также мы можем купить коробку передач. Поехали дальше. Фаертрак, давай. Опа, вверх, отлично, ускоряемся. Вот такой у нас монстр автомобиль. Фаертрак. Пожарный автомобиль против зомби. О, прям огромные зомбаки такие здесь встречаются. Опля. Давай, ускоряемся. Ускорителя нам не жалко. А, чуть-чуть, может быть, заисли, правда. Давай. В смысле ты отстал? Давай немножечко. Ох ты, потеряли мы этот самый. Как его, господи, назвать-то? Автомат потеряли. Все, закончился у нас ускоритель. Ба, что-то мы тут рано все потеряли, и ускоритель у нас закончился. Видимо, у нас скорость бешеная. Бешеная скорость. Из-за коробки передач. Поэтому мы все и теряем. Вот так вот. А что будет, когда мы купим более мощный двигатель? Да. Ну, либо я предлагаю просто деньги сейчас тратить на этот самый, на бензобак. Вот, смотри, видишь, как. Бензобака в основном не хватает нас, видишь? Ну ничего. А если я дальше проеду, я не хочу, допустим, спускаться вниз. Да. Вот здесь, например. О, а здесь, в принципе, путь другой совершенно. Закончился бензин. Да. Без бензина никуда. Но купить мы бензин не можем, но мы зато можем купить более мощный двигатель, да, более эффективный расход топлива. Поэтому мы должны проехать будем дальше немножко. Ой, давай, поднимайся вверх. Вот. Какой у нас монстр автомобиль. Давай, фаер-трак. О, еще немножечко. Отлично. Ускоритель закончился. Ладно, без ускорителя будем ехать. Что ж делать, что ли?
Сейчас зомбарь здесь сел, а, сверху. Ой, давай. Вообще, мужик просто сидит в кабине, смотри. Ох, нифига, ты видел, какой огромный зомбарь был? Монстр там, да? Все, бензин закончился, ладненько. Ага. Да, тут ничего не можно купить. Давайте поедем еще раз. Здесь надо будет подняться вверх. Оп, хорошо. И здесь все быстро сейчас проедем. Да, все очень, конечно, с каждым автомобилем все дорожает и дорожает у нас покупки. Покупки каждый раз дороже и дороже. Опа, проехали. А монстры-то все больше и больше у нас получается. Покупки дорожают, монстры увеличиваются. У меня такое чувство, как будто это зомбаки продают все эти улучшения. А на заработанные деньги, заработанные, они покупают себе пончики и кушают. Поэтому они такие мощные. Так, ускоритель закончился. Это очень нехорошо. Давай, наверх. Отлично. Чуть-чуть наверх не хватило, ладно. Так, монстр у меня забрал, что ли, этот самую защитку. Ёлки-палки, смотри. Наш. Давай, поехали дальше. Вот здесь поедем. Здесь прикольно, это тоже классно. Ну, сколько мы там не доезжаем, то совсем чуть-чуть. Нужно купить нам бензобак. О, сейчас будет толстый, уже тут здоровый. Кажется, где-то здесь будет зомбарь здоровый. Вот, нет. Где-то здесь в конце будет. Вот он, смотри, какой огромный. Фига. Он так умирает ли быстро вообще? Что ж, прям как-то жалко его, что ли. Все, бензинчик закончился. А купить мы можем, в принципе, бензобак, смотри. Ну что ж, покупаем. Так, все купили. Ну, будем заканчивать эту серию. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.